Здравствуйте, с вами Марина Казакова, и сегодня я вам покажу, какие можно привезти вещи, сувениры, бижутерию из Египта. Так, начнем сначала вот с такого шара. Это не просто шар, это подставка для ручек, для карандашей, ну и как украшение. Потому что если его перевернуть, видите, сыплется что-то блестящее. У нас раньше снег сыпался, у них вот что-то блестящее в Египте. Раз пирамида, то, наверное, как символ, что это как будто бы какие-то монеты. Вот, понравилась мне эта вещь. Вот такая пирамида с кошкой. Там шарики катаются. Поближе могу показать. Тоже повернешь. Тоже сыплется какая-то золотая мишура. Тут уже медленней. Красиво как. Это тоже подставка для ручек. Видите? Эти подставки, выемки для подставок, как горы смотрятся. Красивая вещь. Потом нравились мне вот такие две статуэточки. Фараоны. Красный и черный. Это просто фигурки. Просто вот украшения, сувениры. Потом купила вот такую пепельницу. Я не курю, но пепельница мне понравилась. Вот видите, внутри как красиво. Если поближе подвести. Нет, не видно, что там написано. А, там ничего не написано, просто какие-то их иероглифы. Пепельница, зажигалка прилагается, тоже с символикой. Их царица. Все ж таки думаю, что это Нефертити. Долго меня продавец уговаривал вот на этого верблюда. Верблюд не совсем обычный. Тут у него тайник. Оп. Такой вот тайничок на понюшечку-табачку. Что туда еще положить-то можно? Купила и сейчас не жалею. Тогда он мне там прямо, ну, очень-очень дешево продал его. Я довольная. Теперь, по крайней мере, и тогда тоже была довольная. Также можно купить вот такого вот фараона. Вернее, это пока саркофаг. Саркофаг открывается. И внутри фараон. Реально. Он еще и достается. Вот. Встал. Фараон из саркофага. Бубу. Мумия вернулась. Вот стоит у меня в серванте этот саркофаг. Вот эти вот фигурки. Вот так вот. По краям стоят, его как будто бы охраняют. Саркофаг это тоже убирается с подставочки, чтобы подставку можно было вытирать. Видимо, от пыли. Тут еще и зеркало. Вот такой сувенир своеобразный. Я думаю, что очень симпатичный.
А вот эти вот скоробейчики, это я их не покупала. Я их получила за свою эрудицию, когда мы ездили в Луксор. Там гид нам задавал вопросы по истории Египта. Вот два скоробейчика я там выиграла за правильные ответы. Вот такая вот память. Смотрите, так, где тут у них? Башка-то не разберу. Вот такой скоробейчик. Он приносит дом удачу, благополучие. И все самое хорошее по египетским поверьям. Вот такие два скоробейчика поселились у меня дома. Потом купила вот такой вот проспектик. У нас, конечно, такое не купишь, потому что здесь, во-первых, вот алфавит египетский. Видите, вот эти вот их символы обозначают какую-нибудь букву определенную. Можно какие-то записи делать. Вот. А тут уже как раскопки проводились в гробницах. Видите, тут фараона обнаружили. Я, кстати, там была, видели мы все это. Конечно, там уже осталось там в одной саркофаг, но даже то, что там ходишь по этому Луксору, там снимали фильм «Мумия», или «Мумия возвращается», где там мальчика похитили, и Брэндон Фрейзер со своей женой пошли его искать. Там показывали Луксор и эти раскопки. В общем, тут еще и описание где-то есть фараончиков-то этих. Ну, в общем, вот такая вот брошюрочка, буклетик. Буклетик. Так, а также я там купила карты Таро египетская. Набрала целое море украшений. Зачем? Честно, не знаю. Я их все равно не ношу. Просто понравились. Вот. Такое. Вот такой шикардос. Я не буду застегивать, все равно снимать. Ну, конечно, очень красиво смотрится. Прям вот все такое ажурное, красивое. К этому украшению серьги прилагаются. И такие красивые. Женщинам, конечно, это интересно. Мужчина, я понимаю, что это вот вообще никуда. Но показываю то, что купила, так что кому интересно, смотрят. Также купила вот этот чокер. Чокер я даже как-то одевала летом. О, с этой кофтой как красиво смотрится. Потом купила вот такое ожерелье. Вот такое укрученное. И смотрите, застежка необычная. Оп, магниты. Очень удобно. Конечно, сразу купила. Так необычно. И так удобно застегивать. И смотрится так нарядно. Я его в Индию брала. Ух, там понравилось местным женщинам. Показывали good, very good. Английский разговаривают. Также купила там вот такое вот, вот прямо египетское. Вот вообще прям египетское так. Сейчас его я застегну, покажу вам. О, красота какая. Также мне там понравилось серебряное сердечко с цепочкой.
даже какие-то камушки. Спокойно. Ну, в общем, ничего такого необычного, просто понравилось. Нежненькое такое, симпатичное. Да и камни такие разноцветные. А вот это вот висюлечка, это тоже из Луксора. Гид, помню, так меня уговаривал его купить. Я еще сопротивлялась, что-то до 300 рублей стоил всего. И здесь вот этими символами написано мое имя Марина. Вот я потом сверила по этому своему алфавиту точно. Вот так вот. Такая вот египетская память. Сувениры, украшения. Ну и теперь мы плавно перешли к вещам. Вещи купила вот эту вот тунику. Она вся такая прямо тоже египетская. Сейчас вот стану по центру. Вот тут, видите, даже вот эти вот их кресты. Тоже ношу ее только дома. Куда мне еще идти? Вот так-то вот красиво с ней. Ожерелье подходит. То купила вот футболочку просто на память об Египте. Верблюд тут кальян курит. Хургада. Господи, все, сориентироваться не могу. Вот. Хургада, вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот, Хургада. Я думаю, прикольно. Верблюд сидит, курит кальян. Меня, конечно, это вообще прикололо. И она такая была дешевая. Всего $5. Была я в Египте 5 лет назад. Еще когда доллар был 30 рублей. Она такая прикольная футболка. Дома ношу иногда. 100% хлопок, делаю очень приятно. Вещей много не брала. Ну как? Несколько штучек вести-то ведь тяжело обратно. Полотенце. Вот видите, тоже прям такое все египетское. Видите, тоже это царица их изображена египетская. Красотка. Все ж таки они изображали Нефертити, мне кажется. Или Клеопатру, все путаю их. Также купила вот такую тунику пляжную. Ну, в этой пляжной тунике я по пляжу ходила. Нет, они, конечно, все разные. Но она прямо такая легкая, такая тонкая, материя такая нежная. Тоже 100% хлопок, дешевенькая. В общем, я в ней там и фоткалась, и на пляже ходила. Удобная штучка. Вот. Ну, эта кофточка я там ее купила. Она, конечно, уже была не дешевая. Покупала ее в магазине. Такая вот нарядная блузка, ажурная. Вот это перед. Это вот спинка. На спинке тоже, видите, такая же ставочка кружевная, ажурная. Очень нарядная кофточка. Я в ней прямо вся такая стройная. Вот. Вот такие у меня приобретения были в Египте. Конечно, там сувениров всяких великое множество. Глаза разбегаются. Вот прям вот все бы забрала. Но куда? Там, конечно, были и бутылки эти с песком прямо при тебе. Там эти всякие узоры рисовали. И понравилась мне там такая кушеточка. Она складная. Она прям вот такая вся была винтажная, вся такая вырезанная красиво, как восточные эти. Но везти опять было тяжело и дешевая такая была. Но везти было тяжело, поэтому я ее, конечно, не купила. Так что пишите в комментах, кто что привез тоже из Египта, какие там вещи, какие сувениры. Выхвастайтесь, может, что-то другим посоветуете. Пишите лайки, ставьте комменты, подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего. До свидания.
Спасибо за внимание.